Привет, друзья! 20 мая в Боровском районе произошло ДТП с участием поезда и фуры. Несмотря на то, что переезд для движения автомобилей был закрыт еще 5 лет назад, водитель многотонного тягача все равно выехал на него и застрял. В этот момент со стороны Калуги шел грузовой состав. Трагедии удалось избежать, водитель успел выпрыгнуть из кабины автомобиля до столкновения. О силе удара можно судить по кадрам с места происшествия. Груженный металлом грузовик выбросило в кювет. В результате столкновения оказался перекрыт один из двух ЖД-путей, ведущий на Москву. Движение поездов было организовано в реверсивном режиме. Как пояснил сам водитель грузовика, он не знал дороги и двигался по навигатору. В предрассветных сумерках не заметил, что переезд закрыт, как и не увидел бетонные блоки перед ним. А понял, что ошибся лишь когда забуксовал на рельсах. Однако полицейские не склонны верить этой версии. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель фуры был сильно пьян. Прибор показал около 1,5 промилле. Теперь в деле будут разбираться следователи. Вот что сказал водитель по этому поводу. Почему без комментариев? Ну, расскажите. Ну, бывает, но со всякими бывает. Навигатор подвел. Ну, остановитесь, расскажите нормально, что произошло. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.